возраста женщины, возраст матери, руки той, что седины пригладили, не заметив усталых морщин, верных, преданных ей мужчин. Возраст женщины, возраст дочери, той, что в легком полете времени стала чьей-то судьбы повторением. Возраст женщины, возраст любимой, неразгаданной, неповторимой, той, что скрыт, не сумев слезы радости, все прощает ошибки и слабости. Возраст женщины безупречности исчисляется бесконечностью, забывая о лжи и грубости. Возраст женщины, возраст мудрости. Чем мы начнем наше шоу, мне хотелось бы вас всех поздравить с наступающими праздниками, пожелать вам добра, мира, счастья в ваших домах, друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей шоу-программе «Дочки матери». Сегодня на этой сцене будут торжествовать женская красота и девичья трепетность, гармония материнской и дочерней любви. С небольшим налетом сентиментальности, обаяния, изыска и фантазии. Ну и как в любом конкурсе, на нашей конкурсной программе есть уважаемое жюри, которое сегодня и будет оценивать наши прекрасные семьи. Итак, друзья, давайте познакомимся с нашим жюри. Председатель жюри. Любящая мама и бабушка, самая обаятельная и привлекательная, Галина Тарасовна Чумакова. Красивая, стильная, элегантная мама двух замечательных детей. Алла Васильевна Занька, директор краеведческого музея. Столяренко Елена Александровна, преподаватель хореографии. Рабцевич Елена Михайловна, хозяйка магазина «Центр». И единственный мужчина в этой прекрасной компании – Шульга Александр Васильевич, заместитель начальника Ганцевичского РЧС. Ну что ж, друзья, жюри мы представили, наши участницы готовы, а от вас требуется только ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты! Приветствуем наших участниц! Семья Чотры! Some more people with your hands in the air.
На сцену приглашается семья Раджеповых на визитную карточку. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что, сейчас познакомимся. Меня зовут Татьяна. У меня 3 дочки. С недавних пор я стала бабушкой 2 карапузов. Ну а со мной на сцене сегодня будет выступать моя маленькая и младшая доченька Светлана. Что могу я о ней сказать? Она у меня... Ну, красавица, как вы видите, как будто бы, да? Любит очень рисовать. Умница. Танцует и поет. Ну а что она про меня скажет? Ну я думаю, мы ей дадим, что она про меня сама сказала. Добрый вечер. Меня зовут Светлана. Ну что я могу сказать о своей маме? Она у меня очень хорошая, добрая, красивая. Мы с ней очень хорошо проводим время. И я ее люблю. Сцену приглашается семья Бондар. Спасибо за все. Мне очень приятно. Но за все мои победы, за все, я огромную благодарность. Мне передо мной огромный долг. Перед моей родной, любимой мамой. Мамочка, выйди, пожалуйста. Живет надежда на лучшее будущее. А ведь лучшее будущее
в наших детях. Верьте в них, дорогие мамы. Дарите им тепло, ласку свою материнскую. Веры, надежды, любви вам, вам и вашим семьям. Спасибо большое. На сцену приглашается семья Ивановы. Я маленькая девочка, но мне уже 7 лет. Я у мамы умничка, я с ней варю обед. Я веселая девчонка, люблю петь и танцевать. Вместе с мамой своей зал спортивный посещать, школу творчества и баню посещаю постоянно. Я хочу здоровой быть, людям радость приносить. Я бываю непослушной, крашу губы, лезу в лужи, в маминых туфлях хожу, дружбой с мальчишками очень дорожу. Я Иванова Катенька, богатая сестра, два старших моих братика – опора для меня. А еще есть два кузена, две кузины, тети две, папа, две любимых бабушки у меня в семье. И милее всех на свете, всех роднее на земле. Нет такой другой, поверьте, мама Машенька, ты где? Здравствуйте! Перед вами снова еще одна Иванова. Я являюсь этой самой Катюшкиной мамой. Андрюшка, Димка, Катька, я вместе дружная семья. В школе учатся все дети, и жара ли, снег ли, ветер. Утром из дому парад. Дети в школу, я в детсад. Вот такая у них мама. Ходит в детский сад упрямо, когда старший сын сейчас уже в 11 класс. Но признаюсь вам, чего-то в детский сад я на работу. Прихожу я каждый день, не работать там, не лень. Просто прелесть, детки наши, только дети вокруг Маши. Нужно всюду все успеть. Но я время нахожу, и с подругами пою, и на фитнес я хожу, и на те рассовиточки любим мы в кроссворда с дочкой. А в субботу не устанем отдыхать в горячей бане. Дочка Катя подрастает, часто маме помогает, и поэтому всегда мама Кати молода. А на сцену мы приглашаем семью Друщиных. Добрый вечер. Включите, пожалуйста, презентацию. Семья, любви великое царство, в ней вера, праведность и сила, семья, опора государства. Наша небольшая семья состоит из меня, Галины Николаевны, и моей дочери Анастасии, что в переводе с греческого означает «воскрешающее». Если девочку назвали Настей, будет в доме жить родительское счастье. Эти девочки, как правило, красивы, детство очень терпеливы. Среди других хорошеньких созданий и меньшего готова на страдания. Судьба к Анастасиям благосклонна, они шагают ровно, редко по наклонной. Узнайте ж больше вы про мою Настю. Как девочки другие обожают сласти. Но вот характер у нее не очень-то простой. Бывает, что от пустяка закатится слезой,
а может не заплакать от большой обиды. И даже если очень больно, не покажет вида. Доверчива Настасья и честна, женой прекрасной может быть она. И все бы хорошо, да вот одно несчастье. Бывает день ленивый у Настасьи, и в этот злополучный день приходит к Насте в гости негодяй Колень. Они вдвоем в безделье сидят, от телевизора не отрывая взгляд. Но если перестать кормить бездельем лень, то интересным станет каждый Настин день. Она научится готовить, убирать и много новых книг сумеет прочитать. И вот тогда все беды и несчастья промчатся мимо моей милой Насти. Встречаем, моя дочь! Всем огромное спасибо за такую поддержку. Я хотела бы открыть вам маленький секрет. Позавчера у моей мамы был юбилей, поэтому, ну, жаль, что она лисы. Я хотела бы ее поздравить, я хотела бы а сейчас я хочу посвятить песню своей маме и всем друзьям, которые сидят в этом зале.
течение моей жизни. Я хочу, чтобы в течение дальнейших моих лет, ну, впереди меня ждет университет, я надеюсь. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной. Я тебя люблю. А на сцену мы приглашаем семью Чодри. Моей родимушки, и скучала я по ней, по моей краинушке.
Как приехала сюда, вся печальная ушла, ведь увидела тебя, Беларусь родимушка. Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты я приглашаю все семьи на эту сцену. Под номером один семья Чодри. Под номером два семья Бонда. Под номером три семья Ивановых. Под номером четыре семья Грущи. Под номером пять семья Раджеповых. Ваши бурные аплодисменты. Уважаемые друзья, вот и закончился первый конкурс, визитная карточка. Вы смогли познакомиться с нашими семьями, оценить наши семьи. Но у нашего жюри, я думаю, что нелегкая сегодня работа оценить, какая же из семей лучше, из лучших. Ну, это все на плечах наших уважаемого жюри. Жюри активно включилось в работу. Наши участницы готовятся к следующему конкурсу. А мы с вами, уважаемые друзья, отдохнем. Отдохнем вместе с солистами городского дома культуры. На сцену я приглашаю Анжелику Хилютич. Посредине дня сильнее день, посредине солнечных лучей, там где все встречаются ветра. Сегодня там я, где обнялись небо. Чего?
Когда-то я хотела на гитаре взять аккорд. Раньше песни пела, а теперь попутал чёрт. Пропадаю я. Не заплакать впору, только светится лицо. Катится под гору старой жизни колесо. Пропадаю я. Нашего второго конкурса. Сегодня мир моды женщин наполнен красками и контрастами. И зачастую, очень даже часто, мода дочки, естественно, не совпадает с модой мамы. Но сегодня наши конкурсанты решили это воплотить воедино. И следующий конкурс – наш «Авангард». Наши семьи представят костюмы, которые они сфантазировали сами и сконструировали. Сегодня выносят на ваш суд. Итак, ваши дружные и бурные аплодисменты. Конкурс «Авангард». Yeah.
уважаемого жюри, потому что оценить такую красоту — это очень и очень сложно. Еще раз давайте подарок аплодисменты нашим прекрасным семьям за такие восхитительные костюмы. Ну что ж, уважаемые друзья, это был второй конкурс. Наши участницы готовятся к следующему своему конкурсу. Ну, а мы с вами отдохнем. Отдохнем вместе и в компании с Екатериной Тихой. Встречайте. Белая сказка, зима. За окном серенада вьюги. Клавишка снется, рука. Укрыла, зуб болит, челюсть вечера заныла на столе, а так кукол места нет, бред. Анальгин кончился, а зуб все ноет за окном. Ветер, как гиена, воет лампы свет, и не греет старый пред, бред. Кап-кап-кап, дождь по стеклам коготками, кап-кап-кап. Ночью пропасть между нами, кап-кап-кап. Телефон молчит, а значит кап-кап-кап. Мается душа и плачет, кап-кап-кап. Холодно, постель пустая, кап-кап-кап. Комната в тоска летает, кап-кап-кап. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. В эту ночь на экране крестный папа мочит всех. У него большая лапа США, на него управы нет, бред. Зуб достал, ночь кошмарная, не спится, я устал. Может все-таки напиться, водка зло, но спасает нас от бед, бред. Кап-кап-кап, дождь по стеклам коготками, кап-кап-кап. Ночью пропасть между нами, кап-кап-кап. Телефон молчит, а значит кап-кап-кап. Мается душа и плачет, кап-кап-кап. Холодно, постель пустая, кап-кап-кап. Комната в тоска летает, кап-кап-кап. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Этого козла на части подлый зуб. Вот ведь не было напасти, как мне быть? Кто бы дельный дал совет, бред. Только ты, если показалась рядом, зуб больной заморозила бы взглядом, но тебя так давно растаял свет, бред. Дождь по стеклам коготками, кап-кап-кап. Ночью пропасть между нами, кап-кап-кап. Телефон молчит, а значит кап-кап-кап. Мается душа и плачет, кап-кап-кап. Холодно, постель пустая, кап-кап-кап. Комната в тоска летает, кап-кап-кап. Кап-кап-кап-кап-кап-кап.
вами плавно перешли к следующему конкурсу. Каждая мама видит в своей дочери свою юность, отражение свое, да? А в природе это называется эффект бабочки. И вот сейчас мы попробуем это все на нашей сцене воспроизвести. Встречаем наших участниц. Не мыслю без подруг прожить и дня. Без них я как без рук, признаюсь прямо. Подруг хороших много у меня, но лучшая моя подруга — мама. Как две капли с ней мы похожи. И когда выходим со двора, знаю, часто думают прохожие, что она мне старшая сестра.
Сидел, вышел на улицу, позвонил, захожу, меня уже зовут. Самое интересное, что мужчина. Я не знаю, что не с мужчиной. Один мужчина в комиссии. Еще мужчин нету. Ну, во-первых, самореклама. 7 января или декабря? Января. На Рождество. Мой сольный концерт. Приходите, не пожалеете. Для начала. Так еще я ничего не сказал. Мутака Баока, Мататумба, Митсубиси, Макака Кока. Непонятно? Мне тоже непонятно было. Сейчас все объясню. Позапрошлые выходные сидим в узком кругу семьи. Я, жена, дети, теща, тесть. Сидим, чаи гоняем. А что делать? По телевизору смотреть нечего. Что там смотреть? Да? Реклама иногда прерывается фильмами. Ну, извините меня за выражение, когда показывают эти... Да. Хочется взять топорик, и так мелко. Жаль, что свой телевизор. Ну, сидим, обсуждаем всех и вся, звонок. Открываю дверь, стоит негр полностью. И говорит, мутака баока, мататумба, митсубиси, макака кока. Я говорю, так и тебе, кока. А переводчик говорит, да ты чё, это ж принц мутаки. Мутак второй. Приехал вот с телохранителями посмотреть, как живет простая семья. Я говорю, ну тогда заходите. Они зашли в комнату, и телохранители сразу по всем комнатам ши-ши-ши-ши и стоят. Он шкатулочку такую интересную дает, говорит, солнце твоему дому, миллион к миллиону. Я говорю, и тебе солнце. Бананов побольше спелых. Заулыбался, видно, понравилось мое пожелание. А телохранители опять ши-ши-ши-ши по всем комнатам и стоят. Он посмотрел так, посмотрел и говорит, да, слабовато вы живете. Вот тут расплакаться в жилетку, а? Нет, гордость обуяла. Я говорю, что слабовато? Нормально для одного. На жену, говорю, это массажистка с детьми на чай пришла. На тестя, говорю, это шофер мой личный. А на тещу, говорю, служанка. Теща 2 недели не разговаривала, обиделась. Он, вах, 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 телохранители опять по всем комнатам ши-ши-ши-ши и сидят. Ну, хорошо, говорит, а вот не страшно у вас сейчас жить? Я говорю, что? А что нам бояться-то? У нас же дверь круглые сутки нараспашку. Да. Вот приходишь ты ко мне среди бела дня, я сижу обедаю. Садись, обедай, рядом ты. Приходишь ночью, я лежу, сплю. Ложись рядом, спи ты. Я не сплю, естественно, не спи ты. Он опять вах-вах-вах-вах, телохранитель опять по всем углам ши-ши-ши-ши и сидят. Он говорит, ну хорошо, хорошо, вот хорошо. А как у вас, не воруют? Я говорю, что у нас воруют. Вот у нас пошел на рынок. Вот, я недавно пошел на рынок, 10 тысяч потерял. Полчаса ходил по рынку, прихожу, 10 тысяч лежат, еще краешек камушком придавлен, чтобы никто не взял. Все опять вах-вах-вах, телохранитель опять по всем комнатам ши-ши-ши-ши и стоят. А у нас, говорит, воруют по-черному. У нас же брюки на ходу могут снять.
Я говорю, что? Портки? Да после какой-нибудь гулянки, а гулять-то у нас умеют. Вот после какой-нибудь гулянки на улицу выходишь, ну вся улица портками завалена. Никто не берет, потому что никому не нужны. Он опять вах-вах-вах. Телохранители опять по всем углам, по всем комнатам ши-ши-ши-ши и стоят. Ну, стали прощаться, пожелали друг другу всего хорошего, ушли. Но мы ж полчаса под впечатлением были, ну, делились. По своим комнатам пошли, половины вещей нету. Шкатулочку открыли, а там записка. Я мутак второй, ты мутак первый. Будь здоров, ваше высочество. Жюри готово, нет? Пожюри. Еще поговорить? Хорошо. Виталик, не надо пушку, я зрителя не вижу. Убери. Спасибо. Вот понятливый. Виталий, не надо пушку. А, Багров, ну все равно хорошо. Вы знаете, вот такие мероприятия, очень приятно, что все-таки люди ходят там. Ну, телевизор, что телевизор? Здесь же рекламы нет, самое классное, правда. Я не знаю, как вас, а меня реклама раздражает. Вообще, судя по нашей рекламе, это ужас. Ну, давайте про детей. Самое дорогое, самое близкое, правда. Когда папа, купи мобильника. Какого мобильника? Прощат куплять треба, мобильника тебе куплять. Папа, ну купи еще дети, як дети, я одна, як дурная, на тропинку, без мобильника. Я тебе с дерева выражу, покрашу, будешь ходить рызыковать. Выразил, покрасил, ты на уже на тропинку. Алло. А пацаны думают, что ж за модель такая? А добрали, да полетели, да деревянные. Поломали, шалбанов по голове надавали, да выкинули. Батько рано прочинается, на плоти написано, дура. Он говорит, дочушка, вставай, тебе смс-ка пришла. Я полгода працював в Шенитори и Радон. Спасибо. Тоже мобильника просят. Да? Ну, працював в Шенитори и Радон. Я чому кажу Шенитори, там мне вельми подобается, как старейшие кабеты. Я так говорю, это что Шенитори была? Ой-ой. Ну ты познайомилися в Шенитори и Радон. Это в Гродненской области, Дятловский район. И он и она. И он простий хлопець з Мінську, на городська, з Люсіна. Взяли лодочку на прокат, ти пливуть там по озеру, там озеро є таке пригоже. Вона каже, милий, ти мені будеш так любити, як Ромео і Джульєту? Він каже, не ведаю, не читав. Пливуть далі, вона знову до його, милий, ну ти мене будеш так ревнувати, як гатали Дездемони? Він каже, не ведаю, не читав. На серединку випливе, вона знову до його, милий, він каже, тихо! Я маму читал, будешь гавкать, утоплю. Готовы или еще один? Чтобы мужчин не обидеть, правда? Это же самые козырные хлопцы пришли, правда? А остальные, ой-ой-ой, дядька для телевизора. Тимоти в бар, кибасу ведут. Кажа, мама, а что вы, вытрозвитель сгорел? А с чего ты взял, сынок? А чого ж папа йде і поє, враги сожгли рідну хату? Анатолій, ти вроді ще молодший так. Каже, ти чому на два часи на роботу спізнив ще? Чому? Жонка 50 тисяч згубила, де два часи шукала. А ти при чому? Так я ж на їх стояв. Ну давайте ще на заказ. Хто хоче прочути про що анекдот? Про культуру, чиста правда. Як я лгу, каб моя кури вирай полетіли. Роботу працювала у нас уборщиці в методичному кабінеті. Ну не ведаю як, Маня, Ганя, ну ще одна дівчина, кабета. Аркадій дзвонить туди, покликала її до телефону, каже, Маня, що? Я там, каже, помила штори, принеси їх у Дом культури. Не понесу. Чому? Бо я не ведаю, чи її. Маня, як не ведаєш? На площаді, там, де Ленін.
А, там, где Ленин, да сзади. Не. Сзади это исполком. А дом культуры это там, каля почты. Не понесу. Чому? Бо не ведаю, где той дом культуры. Ну, куда ты на танцы ходила? Да это не дом культуры, это ДК. Готовы? Аплодисменты же. Не забыли, Сёмова тут. Два часа я вам кацаю, что я кое-где зуб отдам. На сцену я приглашаю танцевальный дуэт в составе Станислава Локтыша и Олеси Сайка. Встречайте!
Ну что ж, уважаемые друзья, мы с вами переходим к следующему конкурсу. Наши участницы уже готовы к этому конкурсу. Друзья, поздравить вас спешат с еще одним чудесным годом. Их принесут вам в каждый дом участницы сегодняшнего шоу. Поздравлены да будут ими в году, возможно, и не раз, простыми и теплыми словами или с выкрутасами подчас. Начальники и коллективы, коллеги, близкие, друзья, любимые или любимые, клиенты, боссы и родня. Да будут сути поздравлений честны, многообразны, любовь, карьера, уважение, маркетинг или благодарность. Но никакой рифмы нету. Итак, уважаемые гости, дорогие друзья, в преддверии новогодних праздников мы решили предложить нашим участницам поздравить зрителей с Новым годом в оригинальной, конечно же, форме. Как они с этим справились? Сейчас вы будете этому свидетели. Конкурс поздравления с Новым годом. Наши участницы на сцене. Сидящих здесь сердечно, и от всей души желаю провести его успешно. Пусть минует вас несчастье, пусть минует вас беда. С Новым годом, с новым счастьем, с Новым годом, господа! Пусть Новый год, что на пороге, войдет в ваш дом, как добрый друг. Пусть позабудут к вам дорогу печаль, невзгоды и недуг. Пусть придут в году грядущем и удача, и успех. Пусть он будет самым лучшим, самым радостным для всех. Желаю я, чтоб Дед Мороз мешок вам радости принес, другой мешок со смехом, а третий пусть с успехом. Свою печаль, свою тоску вы положите в мешок ему. Пусть он все это соберет и в лес подальше унесет. Наступающим вас 2010 годом. Всего-всего хорошего. Пусть ваши желания и мечты сбудутся. Thank you.
лесу придет вся пушистая в иголках, а зовут-то гостю как? Ёлка! Вся в игру, вся стонет елочка в углу, у окошка на полу, а на елке дома кушки разноцветные, что? Игрушки! Принесет в подарках дед мандаринов и конфет. Саши, Маши и Марины очень любят, что? Мандарины! Он живет совсем не. А знаете ли вы символ наступающего года? Назовите мне его. Тигр! Правильно, тигр. А кто помнит символ уходящего года? Правильно, тоже вы. Наверное, в канун нового 2009 года в доме было у всех слышно мычание. Говорят, это нужно делать для того, чтобы год принес счастье и радость. Я вам предлагаю также его весело и провести. Давайте все вместе помычим. 3, 4. Узнали? Отвечайте-ка всерьез. Кто я? Правильно. Я так не хочу от вас уходить. Да. Мне так у вас был в этот год нравилось. Ну давайте тогда мы на прощание поиграем. Уважаемые зрители, давайте и правду поиграем. Я предлагаю нашим маленьким символам спуститься в зал. Цель игры состоит в том, чтобы вы по ряду быстренько передали шарик счастья. И мы посмотрим, чья команда выиграет. Даже еще не начался, скоро начнется, но, видимо, он принесет всем очень много счастья, здоровья и успеха. Именно этого мы вам и желаем. С Новым годом поздравляем, счастья, радости желаем. Всем, кто холост, пожениться. Всем, кто в ссоре, помириться, про обиды позабыть. Всем больным, всем, кто болен, стать здоровым, расцвести, помолодеть. Всем, кто тощий, стать потолще. Слишком толстый, похудеть. Слишком умным, стать попроще. Недалеким поумнеть. Всем седым, чтоб потемнели, чтоб у лысых волоса на макушке загустели, как сибирские леса. Чтобы в доме был излишек, и девчонок, и мальчишек, баксов, джипов и мобил, чтобы год тигра подарил.
Я тигр, рад, пришла зима. Желаю вам исполнения желаний, а главное — загадать желание и три раза щелкнуть хвостом. С наступающим! Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Также поздравляю вас с Рождеством. Желаю вам всем здоровья, всего того, что вы себе желаете. Ну а сейчас я постараюсь со своей дочкой немножко поднять вам настроение.
Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, завершился еще один конкурс. У нас впереди остался только один конкурс. Последний конкурс, к которому наши участницы подходят творчески, готовятся, волнуются. Ну и покуда они будут готовиться к этому конкурсу, мы с вами, друзья, отдохнем. Отдохнем, послушаем приятную музыку. Можно танцевать, хлопать сильно, топать ножками, улыбаться. Кто как хочет. Ну что ж, друзья. Мы отдыхаем, наши участницы готовятся к следующему, последнему конкурсу. На сцене Екатерина Тихая. Ты такой непростой парень деловой, наверное, крутой. Я иду за тобой, реальный герой, но только не мой. Мы с тобой лишь друзья, смотришь на меня, и день ото дня. Я все изменю, тебя покорю, не держит броня. Знаю путь к твоему сердцу, знаю верь в слух. Будут мысли в голове вертеться, словно мельница. Дай мне только ночку, чтоб все расставить точки. Ты дай побыть с тобою одной наедине. Дай мне только ночку, хочу узнать все точно, чтоб мы вдвоем горели по страсти, как по мне. Дай мне только ночку, чтоб все расставить точки. Ты дай побыть с тобою одной наедине. Дай мне только ночку, хочу узнать все точно, чтоб мы вдвоем горели, оставьте как по мне. Армянину грузина спрашивает, ты вроде на выходишь? Он говорит, что я тебе спрашиваю, ты вроде на выходишь? Кинотеатр в смысле. Он опять говорит, что я тебе последний раз спрашиваю, ты вроде на выходишь? А он говорит, а ты что, красивый? Да, красивый. Утро летнее, прекрасное такое, Комаровский рынок. Стоит красивый, полный набор. Фрукты, сухофрукты, все, вся прелесть Кавказа. Настроение прекрасно, у него это брызгалка, что товар у него такой, товарный вид, он такой, а вай. Это брызгал. Подходит девушка, красивая, симпатичная, вся в золоте, и бобовым о колесиках. Он, вах, хороший мой, что ты хочешь, я тебе скидку сделаю, выбирай, да. Она говорит, хорошо, хорошо, вот это у вас что? Яблоки. Хорошо, 5 килограмм, но каждый протрите и заверните он, пожалуйста. Протер, еще что хочешь. Она говорит, хорошо, хорошо, вот это у вас что? Мандарины. Хорошо, 3 килограмма, но каждый протрите и заверните он, пожалуйста. Протер, все, все, спасибо, уходи, я тебе скину. Нет, 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 а вот это что? Вишни. 3 килограмма, но каждую протрите и заверните он. Вах! Желание покупателя для меня закон. Полчаса мокрый весь, там все, вытирай. Все, уходи, денег завишни на все. Нет, 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 а вот это что? Изюм, он не продается. Холостяки в зале есть? Алло, Маса? Здрасте, это Саса. Как какой Саса? Мам, она спрашивает, какой Саса? Вспомнили?
То-то ты. Да, я Саса. Мне 41 год, я холостяк. Возраст уже, как говорится, зрелый. Мамка говорит, тебе надо с какой-нибудь познакомиться. Вы тоже так считаете? Ну хорошо, мой день отвечай, потом сюрприз будет. Кто хрюкает? Никто не хрюкает, это я так смеюсь. Ну привыкайте, это ж вам подарок на всю жизнь. Да. Как я выгляжу? Мам, она спрашивает, как я выгляжу. Мам говорит, хорошо. А мне больше 40 никто не дает, даже мама. Ну вы тоже меня извините, давно не девочка. Не, ну вы не обижайтесь, я не в том смысле. Я в смысле, что у вас свой мальчик есть. Но вы не волнуйтесь, я детей люблю. А сколько у вас детей? Ну хорошо, можете не отвечать. Потом сюрприз будет. Цимбалем? Ну, ангина, скарлатина, коклюс. Все как в детстве. Да не волнуйтесь, это остаточно. Что? Мам, она спрашивает, я стригучим или своем болел? Ну, отвечай, она же ждет. Да, мам говорит, что болел. А вы то за этим лисоем болели? Ну хорошо, можете не отвечать, потом сюрприз будет. Давно решил жениться? Кто? В каком пальто? В кожаном? Мам, она спрашивает, есть ли у нас кожаное пальто? Нет, никакого пальта у нас нет. Не женился ни разу. Почему, почему? Потому что робкий по натуре, почему? Меня собака в раннем детстве испугала. В лет 25. Как сейчас помню, сижу на кухне, манную кассу ем, она как хапнет по телевизору. С тех пор робкий на голову. Да, конечно. Ну вот, о себе все рассказал. Нет. Что? Хобби? Какой хобби? Мам, она спрашивает, приходит ли к нам по выходным какой-то хобби. Нет, никаких хобби у нас нет. У нас сейчас выходной, мы с мамкой вдвоем возле телевизора сидим, и никаких хобби у нас нет. Зато у меня вся голова в подсолнечном масле. Никто не пролил. Это мне мамка как удобрением смазывает. Ну затем, чтобы не все волосы повыпадали. Не все. Мы с мамкой каждый вечер перечитываем. Да. Может, вам тоже пригодится? А вы как, блондинка, брюнетка или лысая? Ой, то есть, извините, или парике? Ну хорошо. Можете не отвечать, потом сюрприз будет. Да. Все, о себе все рассказал. Конечно, хочется. Что я за них заочник, что ли? Встретиться сегодня? Мона. В 22 чего? Не, мне мамка так поздно не разрешает с такими женщинами встречаться. Почему, почему? Покажи, ну. Она говорит, вам всем одно и то же надо. Да мне это и даром не надо. Чего? Поликлиника рядом. Что сделать? Бегать в поликлинику, просунуть голову в окосочко? Ну все, с мамкой сбегаем, просунем. И что спросить? Она сами пошлют. А куда? Ну интересно все-таки. Ну хорошо, можете не отвечать. Потом сюрприз будет. Друзья, еще раз ваши аплодисменты. Ну что же, уважаемые друзья, мы с вами подошли к заключительному конкурсу. Дочка в прекрасном вечернем наряде, чиста и невинна, как божья роса, а мама в платье скользит, как в тумане,
нежная сказка, мечты красота. Итак, дамы и господа, заключительный конкурс грации, элегантности, красоты. Наряды для конкурса любезно предоставлены салоном проката вечерних туалетов частного унитарного торгового предприятия Юрий Чумаков и компания. Итак, друзья, конкурс элегантности, грации, вечерние наряды. Встречаем наших участниц! Confessa, amore mio, io non sono più solo, l'unico hai nascosto nel cuore tuo, una storia irrinunciabile. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce con fondo amaro che non mangi più. Thank you.
громкие аплодисменты пригласим наших участниц на сцену. Громче, громче, громче аплодисменты. Вот они, наши красавицы. Аплодисменты просто не смолкают. Уважаемые друзья, хочу вам еще раз напомнить, кто у нас участвовал. Под номером 1 семья Чодры, мама Светлана и дочь Самия, ваши аплодисменты. Под номером 2 семья Бондарь, мама Инна и дочь Радмила. Под номером 3 семья Ивановых, мама Мария и дочь Екатерина. Под номером 4 семья Друзчиц, мама Галина и дочь Анастасия. И под номером 5 семья Раджеповых, мама Татьяна и дочь Светлана. Еще раз ваши аплодисменты. Ну что же, дорогие друзья, наш конкурс подошел к своему завершению. Мы просим наших уважаемые жюри пройти в совещательную комнату, чтобы окончательно подвести результаты нашего конкурса. Давайте, друзья, проводим наше жюри аплодисментами. Я думаю, что у нашего жюри нелегкая задача, но... А мы с вами, дорогие друзья, будем ждать результатов. Еще раз ваши дружные аплодисменты, и мы провожаем наших конкурсантов. Провожаем! Вы, дорогие друзья, себе просто не представляете, как наши участницы волнуются за кулисами. А тем более их волнение возрастает вдвойне, так как сейчас, в принципе, самое основное начинается – подведение итогов нашего конкурса. Но, чтобы наши участницы немножко успокоились, наше жюри спокойно подвело свои итоги, а мы с вами отдохнем. Отдохнем, послушаем прекрасные песни. И на сцену я приглашаю Екатерину Тихую. Ой, извините, Екатерину Исаеву. Встречай! Новый год всегда как сладкий сон. Новый...
А на сцену я приглашаю прекрасный дуэт Виктор Вагрун и Светлана Юркина. Я прошу тебя простить, как будто птицу небо отпустить. Я прошу тебя простить сегодня раз и навсегда. Я люблю, сказал мне ты, и это слышали в саду цветы. Я прощу, а вдруг цветы простить не смогут никогда. А память священна, как отблеск высокого огня. Прощения, прощения, теперь проси не у меня. Я могу тебя простить, как будто песню в небо отпустить. Я могу тебя простить сегодня раз и навсегда. Ты вчера сказала «да», и это слышала в реке вода. Я прощу, а вдруг река простить не сможет никогда. А память священна, как отблеск высокого огня. Прощения, прощения, теперь проси не у меня. Я прошу тебя простить, как будто птицу в небо отпустить. Я прошу тебя простить сегодня раз и навсегда. Я люблю, сказал мне ты, и это слышали в саду цветы. Я прощу, а вдруг цветы простить не смогут никогда. А память священна, как отблеск высокого огня. Прощения, прощения, теперь проси не у меня. А память священна, как отблеск высокого огня. Прощения, прощения, теперь проси не у меня. Yeah.
спеша навстречу любимому другу. Летела птица душа, да встретила снежную вьюгу. Может быть, это я была вьюгою белой. И тебя отпускать не хотела. Ты сочиняешь любовь, а я рядом с тобой. И хочу все простить, да не прощается. Ты веришь в птицу свою, только я остаюсь. А она пусть летит, не возвращается. Летела птица душа, в просторе небесном купалась. Летела птица душа, до сети из шелка попалась. Может быть, я сама эти сети сплетала, чтобы она о тебе не мечтала. Ты сочиняешь любовь, а я рядом с тобой. И хочу все простить, да не прощается. Ты веришь в птицу свою, только я остаюсь, а она пусть летит, не возвращается. Ты сочиняешь любовь, а я рядом с тобой. И хочу все простить, да не прощается. Ты веришь в птицу свою, только я остаюсь, а она пусть летит, не возвращается. Прощается, ты веришь ты за свою, только я остаюсь, а она пусть летит, не возвращается. Ты сочиняешь любовь, а я рядом с тобой. И хочу все простить, да не прощается. Ты веришь ты за свою, только я остаюсь, а она пусть летит, не возвращается. Светлана Юркина. На сцене танцевальная композиция в стиле тектоник.
на нашей шоу-программе «Дочки матери» настал торжественный момент. Под ваши дружные аплодисменты я приглашаю наших участниц на сцену. Ваши аплодисменты, участницы, на сцену. Друзья, наши участницы на сцену. И под ваши дружные аплодисменты я приглашаю жюри. Прошу. Ну что ж, друзья, я думаю, уважаемые жюри, несколько слов скажет перед тем, как подвести результат нашего конкурса. Александр Васильевич, вы как единственный мужчина в этой прекрасной компании, вам первому слово, пожалуйста. Уважаемые товарищи, которые здесь присутствуют, нам нелегко было сегодняшний вечер судить. Почему? Да потому что, наверное, и мамы, и дочери, это были все прекрасны, правда? И данный вечер они подарили нам праздник, зрелище. Вот. И, наверное, только победители, условия конкурса заставляют выбирать. Вы согласны с этим? Спасибо. Вы знаете, спасибо вам. Спасибо. Во-первых, я знаю, что такое конкурс. Это, во-первых, не одного дня подготовка. Прекрасная семья Чодри. Сания, танец живота, бесподобный. Семья Бондарь. Радмила, твой голос сегодня, наверное, кто тебя не слышал в первый раз, всех ты удивила. Семья Ивановы. Катенька, ты бесподобна. Семья... Друж, забываю все время. Вы знаете, вы когда вышли на сцену, я сразу подумала, где мама, а где дочь. Спросила. И семья Раджепова. Бесподобная, конечно, семья. Татьяна постоянно на сцене. Сегодня ты всех покорила своим голосом. Ну, я вам хочу всем, конечно... Есть и победители у нас, но проигравших у нас нет. Ведь главное не победа, а главное – это участие. И вы сегодня победители. Настя, все победители. Поэтому сейчас я хочу представить слово нашей Галине Тарасовне. Да, дорогие друзья, как Алла Васильевна сказала в предыдущем выступлении, всем хочется ставить десятки. Ну так и хочется, вот рука тянется, поставить десятку. Но вы сами понимаете, что конкурс. Вот мы вынуждены придираться не то что, а каждому слову, каждому движению. Потому что, ну неинтересно будет, когда все будут десятки, естественно, и не могут все быть десятки. Но это действительно вот из всех программ. Так жалко, что сегодня не полный зал. Но я, сколько было членов жюри, то вы знаете, что сегодня настолько было приятно смотреть на эту сцену. Это действительно супер, когда мама и дочка выступают. Когда вот семья, именно мы вместе, это прекрасно. Поэтому я поражена была всеми семьями. Вот даже когда смотришь на них вот так, я им подбирала, помогала подбирать эти платья. Вот каждый хотел, чтобы она выиграла, чтобы она была лучшая. Они и так, все лучшие, все супер, как вы сказали. Вы все супер. Спасибо вам за то удовольствие, которое вы доставили нам. Я попрошу участниц, я попрошу зрителей принять те оценки, которые мы вывели, справедливыми, потому что вы поверьте, что они очень справедливы в том отношении, что никто никому ничего не подставлял. У каждого члена жюри свое мнение и свое видение этого конкурса. Поэтому я прошу вас, будьте тактичными и примите то, что мы решили. Итак, объявляю дрожащим голосом итоги нашего конкурса. Итак, семья Раджеповых, 235 баллов.
классные! Семья Чодри, 236 баллов! Еще раз, друзья, мы поздравляем наши семьи. Эти аплодисменты в вашу честь. Ну а мы, уважаемые друзья, прощаемся с вами. С праздниками вас наступающими, Рождеством и Новым годом. Добра вам мира, счастья и удачи. До новых встреч!